в дежурную часть муниципального управления МВД России Оренбургская. От жителя поселка Пригородного поступило сообщение о том, что в его жилой дом проник неизвестный, похитил золотые изделия и планшет. После чего на место происшествия выехала следственная оперативная группа. Прибыв на место преступления, значит, установлено, что у данного гражданина поселка Пригородный из дома похищены золотые изделия и планшет. В дом проникли путем разбития оконного стекла на первом этаже. Также в дежурную часть муниципального управления МВД России Оренбургская поступило сообщение от жителя поселка Пригородный о том, что в его тоже дом путем разбития окна проник неизвестный, откуда похитили золотые изделия. В ходе оперативных мероприятий был задержан гражданин Самарской области, 26 лет, как выяснилось, который 27 декабря 2016 года освободился из мест лишения свободы и совершил два тяжких преступления. В настоящее время данному 26-летнему гражданину Самарской области избрано меры пресечения в виде заключения под стражу. Данные два уголовных дела по факту кражи объединено в одно производство, ведется следствие.